Привет! Я, наверное, не делала трансляцию полгода, если не больше, хотя я не уверена. Нет, я просто красная, я сгорела. Я сгорела! Я уже третий день... Не могу купить себе солнцезащитный крем, и у меня сгорело лицо. Я уже очень долго хожу с таким красным лицом. У меня обгоревший нос, щеки. И на меня все так странно смотрят, потому что я красная. Блин. Мне кажется, про перископ уже все забыли, если честно. Со мной я просто сгорела на солнце, это правда. Я сгорела первый раз, все прошло, потом я опять сгорела, и я теперь красная хожу, у меня такой сухой нос. Да, я влог снимаю, но я не знаю, когда он будет, я сейчас пока не хочу его монтировать, и я поснимала первые пару дней, и уже давно не снимаю, потому что... Мне не то чтобы лень, я просто здесь гуляю, наслаждаюсь, и мне не хочется ничего снимать. Вот так вот. Инна пошла гулять, а я осталась, потому что мы каждый день очень много ходим. Очень много ходим. Ну, для меня это много, Инна ходит еще даже больше. И я себе очень сильно натерла ноги. У меня все ноги в мозолях. И это, да, мне тяжело ходить очень. Поэтому я сегодня решила остаться дома вечером, полежать, отдохнуть, скажем так. Я в Барселоне сейчас. Да, я тоже давно в перископ не заходила. Очень давно. Нет, я не удалила, я скрыла некоторые свои видео, которыми я недовольна, они мне не нравятся. Да, конечно. О, как у меня волосы красиво лежат, как будто специально, смотрите, как красиво получилось. Да, спасибо. Куда потом? Не знаю. Так, где моя музыка? Музыка! Песня называется «Одиночество». Меня не узнать? Ну да, с такой красной мордой. Конечно, меня не узнать. Блин, вы уже достали мне писать, если честно, про Катю и Ваню. Я с ними не общаюсь. Они живут, по-моему, не в Барселоне. И с какого хрена я вообще должна с ними встречаться? Хватит, пожалуйста, мне писать про Катю и Ваню. Блин, реально, про перископ все забыли, потому что меня сейчас смотрит 589 человек, а обычно у меня по 2000 человек на трансляции, то есть все сейчас ведут трансляции в Инстаграме, на перископ уже все забили. Так. Что-то вы ничего интересного не спрашиваете. Да, надолго. Я сгорела, я обгорела на солнце. Мы лежим каждый день на пляжу. И у меня такая кожа светлая, она всегда обгорает очень сильно. Вот и результат на моем лице. Я крем не взяла и в итоге сгорела, обгорела. Виснет, не знаю, здесь интернет, возможно, не очень хороший. Uh-huh.
Фото в купальнике, но здесь как бы еще холодно, и никто не купается. В Барселоне температура воздуха от утром 80 градусов до 20. Вчера было очень жарко. А времени? Не знаю. 20-22. Боже, я такая красная. Да, мне здесь очень нравится. Очень красиво. Море прекрасное. Мы ходим каждый день на пляж. Лежим на пляжу. Смотрим на море. Здесь очень красиво. Правда, людей немножко больше стало, чем тогда, когда мы приехали. Здесь еда очень вкусная. Я такая обжора, я же люблю поесть. Я с Инной. Ладно, короче, я, наверное, сделаю трансляцию в Инстаграме, потому что что-то перископ умер. Да. Так что ладно. Всем пока.